Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 583. Объясните, почему нельзя сидеть, положив нога на ногу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Житие святого Арсения Великого 8 мая рассказывает, что этот духоносный муж был самым культурно развитым человеком в мирских и духовных познаниях во всей Римской империи. Его называли отцом императоров, ибо он воспитывал двух будущих императоров, Аркадия и Гонория, сыновей Феодосия Великого. После удаления в пустыню он сохранил некоторые мирские привычки, как то, сидя класть нога на ногу. Умные монахи, почитая это величие, сделали замечание один другому, положившему так ноги. Так косвенно был научен и Арсений Великий, и позже он уже никогда не позволял этой вольности. Об этом же читаем у Аввы Дорофея. Василий Великий говорит, что у христиан все отлично от мира: еда, одеяние, походка. Титу 2.3. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Это слово, как прилично святым, относится ко всем сторонам христианской жизни, внешним и внутренним. К Римлянам 16.2. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. К Ефесянам 5.3. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.